Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие официальные лица осмотрели экспозицию «30 лет дипломатических отношений России и Азербайджана» в кадрах ТАСС и Азертач, размещенную у штаб-квартиры агентства в Москве. Это совместный проект ТАСС с государственным информационным агентством Азербайджана «Азертач». Выставка, состоящая из двух десятков фотографий, рассказывает о новейшем периоде истории дружбы и сотрудничества российского и азербайджанского народов, в том числе в политической, экономической, военной, культурной и других сферах. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман рассказал гостям о представленных на экспозиции снимках.